Все, начинаем вторую. Да, дверь, наверное, закрыть надо. Значит, начинаем вторую лекцию. Я хочу в самом начале тех, кто у нас пропустил, по уважительным причинам будем считать, что по уважительным, поскольку, так сказать, люди серьезные, понятно, что работать надо. Вы на платном, на бесплатном? Я на бюджете. На бюджете, да? Вот. Значит, хочу вас проинформировать, что занятия в целях подготовки и наличия методических материалов записываются и выкладываются на YouTube. Значит, чтобы их найти на YouTube, надо зайти на YouTube и набрать фонд РАП Академии латинскими. Без пробелов, слитно. Фонд РАП Академии. Латинскими буквами. И там вот уже первая лекция, которая была в прошлый раз, вывешена. И, соответственно, к концу недели, к началу следующей лекции, это будет вывешено и так далее. То есть будет возможность и повторить, еще раз вернуться к этим вещам. Особенно это касается определений. Тема сегодняшнего занятия – производство. Производство. Вот, потому что для того, чтобы разобраться в политических составляющих социально-трудовых конфликтов, надо и знать и политические вопросы, и экономические вопросы. Поэтому у нас первая лекция была посвящена вообще взаимосвязи политики и экономики, как раз очень близка вам. Вот. Но, скажем, еще определение политики мы тогда не давали, и определение экономики тоже не давали. То есть это как бы на уровне такого восприятия, что ведь мы все примерно представляем, что такое политика, и отличаем политические аспекты, политические моменты от экономических. Но, поскольку речь идет о науке, о научном курсе, то мы должны прийти к строгим научным определениям. Что такое экономика? Что такое экономика? Если отвечать одним словом, то экономика – это производство. Только какое производство? У нас обычно говорят «производство». Потом, если это товарное производство, то предполагается обмен. Следующая фаза этого производства. То, что произвели, продают. Тем самым происходит распределение. А распределение нельзя, так сказать, как бы отдельно выделить, потому что уже в ходе производства уже знают, кто работодатель, кто работник. И уже известно, какова будет цена того, что произведут. Поэтому распределение уже как бы идет в ходе самого производства. И окончательно это распределение заканчивается тогда, когда предмет, который является товаром, если это товарное производство, доходит до потребителя конечного, и вот теперь понятно, кто что получил. Скажем, а доход доходит до того, кто этот предмет продавал как товаропроизводитель. Так вот, поэтому экономика – это и производство собственно, и обмен, и распределение, и потребление. То есть это производство, взятое как воспроизводство. То есть производство, постоянно повторяющееся, воспроизводящееся, не умирающее. То есть поскольку люди должны для того, чтобы жить, должны есть, пить, одеваться, иметь кровь над головой, и в этом, собственно, можно сказать, главная позиция материалистического понимания истории, то поэтому производство должно постоянно действовать, постоянно существовать. То есть производство – это постоянно воспроизводящийся процесс, и производство, взятое как воспроизводство, называется экономикой. Экономикой. То есть производство, взятое как живое. Производство не как какой-то этап, какой-то кусочек, какая-то сфера, а все вот всеохватывающее производство. Вот все сюда включается. Причем производство, конечно, включает в себя прежде всего производство материальных благ. Но на самом деле, поскольку производство предполагает активную роль непосредственного производителя, рабочего, работника, то, вообще говоря, и воспроизводство работника тоже сюда включает. А воспроизводство работника – это воспроизводство семьи, это и образование, и воспитание. То надо сказать, что в эту сферу воспроизводства втягиваются и другие сферы, так сказать, духовные. Уже не сферы материального производства, а сферы, которые
базируется на этом материальном производстве. И если поставить вопрос, а что является действующей силой материального производства, кто? Кто является главной производительной силой? Главной производительной силой является рабочий, трудящийся. Каков бы ни был способ производства, речь идет о том, это там, экономика первобытно-общинного коммунизма, или это рабовладельческая экономика, или это феодализм, крепостничество или капитализм, или коммунизм, вышедший из капитализма, то есть социализм, как низшая фаза коммунизма, все равно всегда главным действующим лицом материального производства является рабочий, трудящийся. Главная производительная сила всего человечества есть рабочий, трудящийся. Ну вот, трудящийся, это требует расшифровки. Значит, я уже спрашивал вас, что такое экономика. Но нам надо еще определить, что такое производство, правда? И что такое труд. Значит, труд – более простая категория, поэтому мы начнем с категории труда. Труд – это целесообразная деятельность по созданию материальных благ. Вот это самое простое, точное определение труда. Труда в политико-экономическом смысле. Хотя в широком смысле, иногда люди говорят о труде в широком смысле, говорят о всякой полезной деятельности, которая так или иначе влияет, в том числе и на материальное производство. Человек сходил в театр, он посмотрел балет, у него улучшилось самочувствие, настроение, и на завтра у него выше производительность труда. Это повлияло на производство, хотя повлияло на производство сфера культуры, безусловно. Но непосредственно вот материально-производительный труд – это труд, непосредственным основным результатом которого является вещь, энергия или перемещение вещей и энергии в пространстве. Это очень четкое определение и деление труда на производительный, другими словами, материально-производительный, и на труд в широком смысле, который включает в себя и не обязательно материально-производительную деятельность. Вот некоторые не знают, куда относить такую деятельность, как, скажем, деятельность парикмахера. Значит, что является предметом труда парикмахера? Если в обычном труде, то над чем происходит труд, то есть что представляет собой сырой материал для труда, называется предметом труда. А что является предметом труда для парикмахера? Ну, взлохмаченная, так сказать, заросшая голова того, кого стригут. И парикмахер обрабатывает эту самую голову. И труд по обработке головы есть парикмахерская услуга. Это немецкие слова. Парик – это парик, прическа, махер – это, мы уже знаем по словам шахер-махер, это делатель париков, парикмахер. Значит, что делает парикмахер? Он обрабатывает голову снаружи. Есть похожая деятельность по обработке голов – это деятельность преподавателей. Они тоже обрабатывают голову, но они обрабатывают ее не снаружи, а изнутри. В этом смысле они похожи. А что их вот объединяет? Вроде это все равно разнородная деятельность. Один, значит, занимается каким умственным трудом, а другой берет ножницы и начинает стричь. То, что работают они над непосредственно человеком. Труд направлен на человека. Если мы возьмем труд, который направлен непосредственно не на производство материальных благ, а на человека, это будет услуга. Услуга. Причем услуги бывают, услуги образования, услуги парикмахерские, или, если вы возьмете, скажем, ремонт обуви, то это не услуга. Потому что на самом деле это кажется, что услуга, а человек работает над ботинком и берет старую обувь, и ремонтирует ее, и обновляет. Поэтому это не услуга, это материальное производство. Если вы чистите картошку, или кто-то вам почистил картошку, говорят, он мне сделал услугу, он почистил картошку и произвел материально-производительный труд. А вот если возьмете медицинские услуги,
то, конечно, врач, он над кем работает? Над организмом, над человеком. Человек его предмет непосредственно, он никаких материальных благ не производит. Он даже не интересуется, куда вы потом пойдете, когда он вас вылечит. Будете вы что-то хорошее делать, плохое делать. Даже и в военное время, говорит врач, мы лечим, не знаем, где, на какой стороне вы воевали, мы вас вылечили и выпускаем, а дальше там сами разбирайтесь. То есть труд непосредственно направлен на человека, услуга. И есть еще один вид труда. Это труд как по переработке информации, труд в сфере общественного сознания, по преобразованию форм общественного сознания. Сюда относятся искусство, литература, вся так называемая информационная деятельность, в том числе и программирование, потому что что делает программист? Он идею излагает в той форме, в которой можно эту идею перерабатывать с помощью вычислительных машин. Но он из одной формы переводит это в другую форму. То есть, если взять вообще сферы деятельности людей, полезной, общественно полезной деятельности, если взять сферы не только материального производства вообще, всякую полезную деятельность, она разделяется на три такие части. Сфера материального производства, сфера услуг и сферу преобразования общественного сознания, куда входит и вся деятельность по передаче, по обработке и преобразованию информации. Вот в связи с этим, вот если мы хотим научиться пользоваться этими критериями, вот мы, допустим, я поставлю вопрос такой. Вот есть два работника. Один работает на легковом автомобиле, другой работает на грузовом автомобиле. Один везет людей, другой везет материальные какие-то объекты. Вот тот, кто везет материальные объекты, какая у него деятельность? Это труд по преобразованию природы, да, материальных благ. Он с этого места переводится на это. Если вы, так сказать, как бы свысока посмотрите, с высоты, с беспилотника посмотрите, увидите, что была земля вот такая, и здесь стояли кирпичи, а теперь они стоят в другом месте. Преобразовалась земля. То есть это материально-производительная деятельность. Или наоборот, если вы внимательно присмотритесь к труду станочника, вы увидите, что он с помощью станка стружку изымает, отделяет от вращающейся детали и перекидывает ее куда? В ящик железный, а оставляет меньшую часть. Но оставляет не просто определенной конфигурации. То есть, и эта деятельность тоже связана с перемещением тоже каких-то материальных благ, материалов и так далее. И вот преобразование предмета труда, либо этот предмет труда какая-то конкретная вещь, либо, собственно говоря, земля вместе с тем, что на ней стоит. Это вот транспорт. Но транспорт, который является грузовым, это материально-производительная деятельность. Если летчики на грузовых самолетах перевозят какие-то грузы, при этом они с высшим образованием, естественно, так сказать, хорошо подготовленные, так сказать, квалифицированные и так далее, их труд материально-производительные, они рабочие в точном политико-экономическом смысле слова. Те же самые летчики, которые перевозят людей, то есть в гражданской авиации заняты. Эти летчики занимаются непроизводительным трудом, их деятельность – транспортная услуга. И вот те люди, которые перевозят материальные блага, их снабжают парашютами. Потому что если вдруг они начинают падать, то у них есть средства своего спасения, так сказать. Самолет грузовой упал, а тут летчик катапультировался. Или, да, скажем, военный самолет. Он, так сказать, он просто перемещает, так сказать, какие-то, в данном случае, так сказать, объекты боевые, которые, так сказать, готовы к применению, к действию. Перемещает их, оставляя их на самом самолете. А если вы берете гражданский самолет, то, как показал человеческий исторический опыт, перед угрозой смерти, если вы снабдите экипаж парашютами, то возможно, что не весь экипаж, а некоторые оттуда выпрыгнут, а дальше самолет будет падать. Поэтому все гражданские самолеты во всем мире, которые управляются гражданскими летчиками, не снабжаются
парашютами для экипажа. То есть экипаж должен тянуть до последнего. То есть и все, так сказать, это придает уверенности тем, кто летит. Они знают, что их просто так не отцепят, их не бросят так, что, дескать, вы полетайте, а я полетел в другое место. Так что, вот, казалось бы, небольшое различие, оно очень сильно потом себя проявляет. Вот, собственно, и все сферы, которые мы рассмотрели, поэтому и разделение здесь совершенно определенное. Одни, вот те, кто заняты материальным производительным трудом, создают основу общественного развития, то есть материальные блага, потому что для того, чтобы заниматься наукой, искусством, литературой, политикой, нужно иметь определенные материальные блага, еду, питье и иметь крышу над головой. Это, так сказать, вот экономическая основа всякой другой деятельности. При наличии этой экономической основы может существовать и другая деятельность людей. При отсутствии этой экономической основы никакой деятельности существовать не может, или они, эта деятельность начинает приобретать извращенные формы. Люди начинают добывать для себя, там, скажем, голодный человек может украсть, может убить, может пойти на преступление, если у него нет работы, нет возможности обычным порядком получить эти материальные блага. То есть он готов работать, но ему никто рабочие места не предоставляет. Тем более, что, скажем, при том способе производства, который сейчас наиболее распространен в мире, капиталистический способ производства, наличие резервной армии – необходимые условия нормального существования капитализма. Для того, чтобы вы не требовали большой зарплаты, надо, чтобы были вот сзади там несколько человек, которые готовы за меньшую зарплату, чем вы, работать на вашем месте. И тогда вы не будете активно вступать со мной во всякого рода коллективные трудовые споры. Поэтому этот вопрос, вопрос о безработице, это не такой вопрос, что вот не может буржуазия посчитать, сколько рабочих мест и сколько людей. Рабочих мест должно быть обязательно меньше, чем работников. Вот тогда, так сказать, спокойно можно держать на низком уровне ту заработную плату, которая у нас существует. Какую бы вы ни взяли страну, где-то больше, где-то меньше, но везде такая картина. Такой страны капиталистической, где бы не было безработицы, нет и быть не может. Корея Северная социалистическая страна. А Южная Корея, пожалуйста, там есть безработные. Нет, я думаю, в принципе нет страны. Так-то я знаю, какой страны. Нет, почему? Страны есть, пожалуйста. Мне приходилось вот быть в Северной Корее. В 92-м году я 2 недели там был. В составе делегации от газеты. И мы для телевидения делали такую запись. Но это уже не я делал, Хохлов такой был. Вот, проехали везде, посмотрели. Конечно, ни бедных, ни проституток, ни бомжей, ни попрошаек. Вот, сказать, что шикарно живут, никак не скажешь. Голодных нет. Никаких. Этой грязи, этого мусора нет. Высокий очень уровень производства риса. Самый высокий урожай. Урожайность самая большая в Корее. Причем солому от риса они продают в Японии. Те из нее делают циновки, разного рода тапочки и прочие поделки. Вот. В экономике есть почти все, кроме нефти. Поэтому у них проблема с нефтью, соответственно, с бензином, с горючим. То есть они вот это сами обеспечить не могут. А все остальное есть, потому что 80% территории – горы. Сейчас на них машин практически нет. А? Машин практически нет. Мы ездили на «Мерседесе», я вам докладываю. Причем мы втроем ездили на 2 машинах. Я как глава делегации на 1 машине с водителем. Еще 2 человека на 2-й машине. Машины там есть, вовсю ездят. Но вот автобусы у них в это время стояли. Ну, мы иностранные делегации были, вот нас возили, а автобусы стояли. А троллейбусы ездили в городах. То, там. Что вот я читал, и то, что я смотрел, репортажи смотрел, машин практически я там не увидел. Очень мало. Ну, я просто там 2 недели непрерывно был, и мы проехали, были в Панманьчжоне, это граница, видели эту стену, которую построили американцы и южнокорейцы. Угу. Это стена, которая высотой 5 метров, 120 километров пересекает весь этот самый южнокорейский, весь корейский полуостров с запада на восток. Они мало говорят, потому что говорят, Берлинская стена, там где-то Израиль построил стену, да это все мелочи. Вот 120 километров стена 5-метровой высоты, отвесная в сторону Северной Кореи. Строили американцы с южнокорейцами. Ну и, скажем, если Empire State Building –
100 этажей, то там у них 102. То там в центре Пхеньяна стоит гостиница в виде такого вот горы, вершины, 103 этажа. И сверху, значит, красный флаг. Так что там забавная довольно-таки картина эта. Ну и она же находится в состоянии войны с 17 государствами, которые воюют с ней под эгидой ООН. Мирный договор не заключен, поэтому обстановка там совсем непростая, и они должны быть готовы в случае чего. Да, в случае чего это дело ходить. Так, ну вот, значит, мы говорили о том, кто есть главная производительная сила, рабочий и трудящийся. А чем он занимается? Трудом. Вот труд, я сказал, это целесообразная деятельность по производству материальных благ. Если в широком смысле, то и духовных, всяких других, и услуг. И если мы теперь возьмем более развернутое определение труда, оно звучит так, Маркс его дал, что труд – это обмен веществ между человеком и природой. Труд – это обмен веществ между человеком и природой, в ходе которого человек приспособляет вещество природы для удовлетворения своих потребностей. Труд – это обмен веществ между человеком и природой, в ходе которого человек приспособляет вещество природы для удовлетворения своих потребностей. Когда говорится «человек», имеется в виду человечество, так сказать, в более широком смысле. Любой человек там, для любых потребностей и так далее. А потребность – это имеется в виду то, что необходимо человеку для его жизнедеятельности. Или необходимо с физиологической точки зрения, либо уже исторически необходимо, в силу того, что он развились уже. Вот эта необходимость развилась до таких более развитых форм, как там, необходимость в чтении, там, в пользовании интернетом и прочее, прочее. Для того, чтобы эту деятельность полезно вести, человек между собой и предметом труда, то есть тем, с чем он работает, ставит какое-то тоже вещество природы, очеловеченное. Очеловеченное. И природа может быть очеловеченная. Вот мы имеем дело в основном уже с очеловеченной природой. Чем отличается лесопарк от парка? От парка отличается тем, что похож на лес. А чем отличается от леса тем, что похож на парк? Лесопарк – это уже очеловеченный лес. Дорожки там проведены, канавы. То есть там уже деятельность человека себя проявила. И у нас этой очеловеченной природы все больше, больше и больше. И все время увеличивается, так сказать, число живущих людей. Сейчас сколько на планете уже? Порядка 7 миллиардов из них. Значит, в Китае 1 300 000, в Индии 1 270 000. Вот. Так что вот в свете этого, вот, учитывая то, о чем вы говорили, там какие-то этнические проблемы. Вот сейчас только что состоялось заседание Шанхайской организации сотрудничества в Таджикистане. Таджикистан сложил свои полномочия председателя, передал России. И в этом году, в июле, в следующем году, в июле 2015, предполагается принятие Шанхайской организации сотрудничества Индии и Пакистана. Значит, там находится Китай, в котором 1 300 000, еще Индия будет 1 200 000. Поэтому, когда он говорит, вас с вами никого нет, ну как-то не совсем это так. Не совсем так. Ну, Пакистан, конечно, там намного меньше, это 200 с лишним, но больше, чем в России. В России 142, а в Пакистане 250, грубо. Так что, ну и надо сказать, что автотаможенный союз просится, и не только просится, а уже договорились. Я вот наблюдал встречу нашего вице-премьера первого Шувалова и председателя Совета министров Социалистической Республики Вьетнам. Вьетнам просится в таможенный союз. И в 2015 году должен вступить в таможенный союз. То есть вот на этом, так сказать, фронте восточном очень большие изменения и движения. Я уже не говорю о том, что Иран уже третье заявление написал, но его все не принимают. Говорят, с вас должны снять санкции ООН, потому что мы те страны, на которые наложены санкции, не берем. Шанхайскую организацию сотрудничества. То есть вот на другом, можно сказать, полюсе
такое происходит соединение очень крупных, больших государств. Это же хорошо для нас. Да, и достаточно развитых. Поэтому вопрос так вот не стоит, что вот, дескать, сейчас на вас наложат санкции, и, так сказать, вам некуда будет деться. Ну, не совсем так. Наоборот, так сказать, этот процесс, который как бы шел медленно, вот сейчас его ускоряют, и действительно можно благодарить наших, так сказать, коллег, друзей, которые, так сказать, требуют, чтобы меньше наши ездили по заграницам, и больше бы занимались своими делами. В том числе думали бы о самостоятельности, о том, чтобы, так сказать, иметь надежные и прочные связи и так далее. Мы уже сейчас новости читаем. Да, да, да. Что потянули же газопровод на восток. Да, вот, начали. Недавно президент Монголии хотел встретиться, по-моему... Он встретился. Встретился. Была встреча троих. Да. Монголии, России и Китая. Да, в общем... Да, ну, я о самой встрече не читал, читал, что он хотел предложить свой вариант вот этого газового пути. Да, пустить через него. Преимущество, да, преимущество проложения через Монголию. Да, вот в связи с этим встреча состоялась, вот как раз в Душанбе. Mm-hmm. Состоялась эта встреча, вот, и потом интервью было с президентом Монголии. В Монголии там 2 с лишним миллиона человек живет, но... так сказать, это древняя очень, так сказать, страна, имея в виду монгольских ханов, которые тут завоевали Европу, часть Европы и Азию. И сам он закончил военное училище в Львове, прекрасно говорит по-русски, и, так сказать, очень позитивно относится вообще к России, так сказать, и к этой деятельности, и эта деятельность будет продвигаться в этом направлении. Так что здесь вот такие экономические сдвиги, которые, конечно, будут иметь значительные политические результаты. И вот, так сказать, тут какие-то конфликты сначала вроде начались политические, потом экономические меры, а потом эти экономические меры привели к дальнейшему движению в политической сфере, но с целью, так сказать, налаживания экономических отношений на другом, можно сказать, полюсе земного шара с участием такой страны, как Россия, поскольку ее положение евразийское. Ну, да. На Европу, на Евразию, так сказать. Поэтому нам входить в Европу не надо, мы оттуда никогда не уходили. И в Азию нам не надо проситься, мы тоже оттуда никогда не уходили. И когда, скажем, даже в период гражданской войны на Тихом океане свой закончили в поход. Поэтому, так сказать, и Монголию мы, так сказать, помогали освобождать от тех, кто ее пытался там захватить. И в начале, так сказать, Второй мировой войны первые сражения были не на Западе, а на Востоке, да, у Халкингола и озера Хасан. Да, да, и в Монголии. И в Монголии. Так. Итак, средства труда. Вот средства труда. Это то материальное, тот материальный объект, который помещается между рабочим и результатом, с помощью которого достигается этот результат. Постепенно эти средства труда достигли такого развития, что это уже не инструменты, а уже стали машины или системы машин, да? Как мы знаем. Можно еще раз? Средства труда – это материальный объект? Это материальный объект, который работник, рабочий помещает между собой и результатом труда, и предметом труда. С целью превращения предмета труда в результат труда. Правильно? Предмет труда – это тот сырой материал, над которым ведется этот труд. А результат труда – это уже результат воздействия человека, но не вручную, как правило, не вручную, а с помощью средства труда. А сейчас мы введем более общее понятие производства. И тогда это же средство труда уже будет рассматриваться как средство производства, когда мы будем говорить о производстве, то есть обобщим эту картину. Это раз. Во-вторых, рабочий, он находится в общественном производстве, а не просто трудится. И, соответственно, и результаты труда, уже результаты производства. А производство – это такая категория, которая принимает во внимание не только конкретных работников, их материальные блага, с помощью которых они ведут труд, а и те общественные отношения,
в которые люди вступают, чтобы производить. Те общественные отношения, в которые люди вступают, чтобы производить. Я сейчас дам классическое определение производства, очень важное, которое позволяет нам различать производство как более конкретную, более глубокую категорию, и труд как более абстрактную категорию, более простую. Производство есть процесс присвоения предметов природы. Производство есть процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее. Производство есть процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее. Поскольку вот то, что мы собираемся рассмотреть, социально-трудовые конфликты, они все проходят в сфере производства, поэтому это для нас ключевое вообще определение, и поэтому здесь каких-то невыясненных моментов быть не должно. Поэтому я вот то, что сейчас сформулировал, еще раз повторю, и будем разбирать по составляющим. Производство есть процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее. В связи с этим. Я буду вас спрашивать, а вы будете отвечать. Если вы не сможете ответить, я буду отвечать. Производство есть процесс. Процесс, знаете, что такое? Да. Что такое процесс? Это кажется, что знаете. Ну, попробуйте сформулировать. Ну, сформулировать трудно. Ну, если сформулировать. А вот, вот Гегель говорил, известный вам философ, основатель диалектики, системы диалектики, что понять, значит выразить в понятиях. То есть, если я понял так, что я не могу другому человеку передать, то я понял на уровне кошки, там, собаки и других домашних животных, которые преданно на хозяина смотрят, и так смотрят, что все понятно. Вроде бы, но не могут это ничего передать. Поэтому вы же должны это передать в той форме, которая была бы от вас уже независимой, и которая бы позволило вам общаться с другими, себе подобными. Тем более, скажем, кто такие магистры? Магистры – это нас учить должны, это и высшее сейчас звено, да? Высшего образования. Есть бакалавры и есть магистры. Сейчас мы имеем дело со вторым курсом. Это люди, которые уж их спроси, они все знают. И не то, что они как-то примерно представляют себе, они знают точно, что такое процесс. Процесс – это изменение во времени. Вот тут время непременно присутствует в этом определении, потому что если речь идет, вы абстрагируетесь от времени, а просто говорите, что-то какое-то изменение происходит, если вы, так сказать, как бы не хотите брать время, то это вроде тогда и не процесс. Процесс обязательно предполагает не просто изменение, а изменение во времени. Процесс. Присвоение. Такое слово вы, конечно, слышали, правильно? Я опять-таки вас спрашиваю, а что такое процесс? Про что такое присвоение? Присвоение – это… Присвоение. Получение к себе имущества. Получение себе имущества, да? Вот это что? Это у вас часы, да? Вот видите, часы, да? Я еще не сказал, что такое присвоение. А что я сейчас сделал? Вот я начинаю смотреть. Так, без 15:08. Я превратил вот этот предмет в процесс своей жизнедеятельности. Не вашей. Это ваши часы? А сейчас они предмет чьей деятельности? Вашей или моей? Получается, вашей. Ну, получается, моей. Сейчас я не знаю, по какой причине я взял. Заберу совсем или обратно отдам, или еще что произойдет. Там вон сзади люди, может, они подготовлены на вас наброситься, если вы начнете требовать меня. Значит, я превратил это в процесс своей жизнедеятельности. Присвоил. Но я могу вам вернуть, и вы снова их будете на них смотреть, превратите в процесс своей жизнедеятельности и присвоите. Хочу вам привести другой пример, уже менее такой простой. Вот представьте себе, мы сейчас с вами по окончании лекции зайдем в ближайший магазин самообслуживания, который называется Маркет,
Маркет – это вообще-то рынок, в переводе с английского. Супермаркет, гипермаркет. Дойдем до хлебобулочного отдела, возьмем булку, откусим и пойдем на выход. Что произойдет? Мы превратим вот этот откушенный кусок в процесс своей жизнедеятельности. Разжевали и съели. Я не представляю, что там будет. То есть, вот какая существует мера наказания, что если я кусок булки откусил? Да вроде нет. Им даже у них сейчас начнут по бумагам смотреть, ничего. Они там начнут раскричаться, может быть, или там возмутятся, может, не заметят. По-моему, до 1000 рублей. Да. А уголовное дело с 2500. Поэтому непонятно, непонятно что. А ну процесс превращения в свою жизнедеятельность имел место. Другое дело, когда некоторые там граждане, такие как, к примеру, Абрамович, превращают в процесс своей жизнедеятельности нефтяные ресурсы России или другие богатства, как некоторые другие деятели. То есть превращают в процесс жизнедеятельности, это называется присвоение. Тут не говорится о том, каким путем, для чего, от чего, никакие. То есть все политические моменты здесь скрыты. И другие моменты. Сам факт берется, что превращение, то есть присвоение это превращение в процесс своей жизнедеятельности. Вот видно, что вы пишете в этой тетрадке, и ручкой пользуетесь, и ручку вы превратили в процесс своей жизнедеятельности, и тетрадку свою превратили в процесс, да и стол вы превратили. Стол вообще-то не ваш, но вообще-то ваш, имея в виду, что вы за ним сидите. Он государственный стол Санкт-Петербургского государственного университета, да и ноги-то на полу стоят тоже. А пол-то чей государственный, а стул-то, на котором вы сидите, тоже государственный. И меня вы превратили в процесс своей жизнедеятельности, потому что я вот для вас должен лекцию читать, а вы ее слушаете, то вы же потребляете знания, я в данном случае их воспроизвожу. То есть это очень важная категория. И как всегда бывает, самые важные категории, они остаются, именно потому что они такие массовидные и так часто их употребляют с детства, что с детских времен детские представления об этих категориях так и остаются. Никто их, так сказать, толком не выясняет, что это такое. Но вот я вам дал сегодня строгое определение. Производство есть процесс присвоения. Уже вот какой кусок мы изучили. Чего? Предметов природы. Природа любая может быть, очеловеченная. Это тоже предмет природы. Очеловеченная. Это было дерево. Потом его там, так сказать, красили, обрабатывали, красили, сколачивали, соединяли. Процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества. В рамках определенной формы общества. Это очень важно. То есть это вот было сделано, это вот тетрадка была сделана либо при первобытном коммунизме. Думаю, там таких тетрадок не было. Думаю, что при рабовладении тоже таких тетрадок не было. Вот при феодализме были уже что-то похожее было на такую тетрадку, но не такая, да? Может, красивее даже была, солиднее. При капитализме появились самые разные тетрадки. Такие тетрадки были и при социализме, они не сильно отличались. Очень сильно отличались отношения, при которых они производились, а сами тетрадки не сильно, да, картинки были разные. Ну, в школе там таблица периодической системы элементов Менделеева или, например, там таблица умножения. Я думаю, таблица умножения хоть при капитализме, хоть при рабовладении, хоть при феодализме одна и та же. Да. Вот, значит, производство есть процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и, самое главное, и посредством нее. А что значит посредством нее? То есть вам отношение позволяет получать материальные блага производственные, хотя сами вы их не производите. Вот сейчас вы материальные блага не производите. Так? Скажем, я не произвожу материальные блага, потому что я вас не спросил, каким вы трудом занимаетесь, материальным производителем или духовным. Вы в процессе трудовой деятельности чем занимаетесь? Я сейчас временно безработный. Вот вы временно безработный. Значит, кто-то производит материальные блага, и посредством общественных отношений материальные блага к вам притекают. Но до этого... Так или иначе, правильно? До этого. А я и до этого, так сказать, вот я всю жизнь только произвожу духовные блага. Я никогда не производил материальные. Ну, если не брать во внимание, что я там где-то вскопал что-нибудь там, или в школе я вот был токарем 2 дня в неделю, 3 года. У нас, так сказать, была школа средняя политехническая, и я получил первый разряд токарь-часовщик. У меня удостоверение даже с первого разряда. Если бы я был спортсмен, это было очень здорово.
А для Токарева, знаете, что из ПТУ выходит не ниже, чем с третьим, а у меня первый. А так моя деятельность никак не дает мне материальные блага. И хотя я могу доказывать, что это очень важно, полезно и для общества целесообразно читать лекции, но еще никто не видел, чтобы изо рта у лектора выскакивали жареные рябчики. Хотя такие люди, которые, так сказать, пытаются доказать, что вот этот, собственно, труд, он и есть основа всего. Основа всего, конечно, материальное производство, а деятельность такая, как у меня, может существовать при наличии тех людей, которые обеспечивают материальные блага посредством нее. Пример. Может ли быть такое, что производство идет, а труд не идет? Ну, может такое быть, чтобы шло, производство шло, а в это время труд никакой не употребляется. Невозможно. А почему вы так думаете? Ну, во-первых, вот если вы говорите, сейчас не работаете, а производство же идет. То есть, по крайней мере, вот вы-то сейчас не прикладываете никаких усилий, а производство идет, да? А вот может быть такое, что вообще никто вот сейчас не прикладывал бы усилий, а производство бы какой-нибудь продукт ошло. Не может быть? А вы знаете, как вино делают, нет? Ногами, ну, вот раньше. Ногами делают не вино, а сусло. А, так? Ну, не представляю. А дальше? А дальше можно просто поставить компотик, бродить. Нет, вот о чем компотик? Давайте мы будем брать серьезное вино. Вот вино, вот, и вот вы правильно говорите, сделали сусло виноградное, потом залили в бочки, бочки поместили в погреб. Идет производство вина или нет? Вы различаете вино одного года выдержки или 15 лет? Почему ценится вино 15-летней выдержки? 15 лет мужики смотрят на это вино и не выпили. Какая в нем заключена сила? Вы же понимаете? То есть это какое производство идет? Или не идет? Плесень то же самое, что ли? Как то же самое? Одно трехлетнее, а другое пятилетнее или десятилетнее выдержки. Вы что? Хорошо, не нравится вам такой пример? Я приведу вам самый широкий пример, который будет показывать, что самые массовидные явления, они, если люди, так сказать, понятия их не берут, они становятся незаметными для ума. Они для глаза заметны, а для ума нет. Вот сейчас скоро будет снег. Наступят морозы. Сельскохозяйственное производство. Земледелие будете? Нет, ну сейчас подготовят и все. Здравствуйте. В земледелие не будет идти. Производство. Подумайте еще. Ну, в теплицах только. Ну, да. Что? Ну, то, что в теплицах будут выращивать. Что будет? В теплицах. Почему это в теплицах? Дорогой, да, вам известно слово озимый? Не, ну я понял. Посадят, в общем. Когда посадят? Когда озимый? Когда посадят озимый? Сейчас сажают осенью. Ну, осенью. Ну, немножко еще попозже, еще в октябре, да? В октябре. Ну, вот. Они взойдут. И что, будут расти-то они, нет? Когда их убирать-то будут, эти озимые? Весной. Да ладно, озимые весной убирают, да вы что? Я вообще просто не представляю. Не представляете? В июле будут убирать озимые, в июле, не раньше. А что до июля будет происходить? Ну они живые вообще под снегом или мертвые? Живые, да. Ну если живые, значит идет производство или нет? Ну зима, земля что, не мать, это богатство. А труд – отец всего. Производство идет на полях нашей Родины. И не нашей Родины тоже идет. На любых полях. На любых полях озимые. Чем? А почему озимые дают больше урожай? Потому что яровые, когда вы их посадите весной, они вот этого укрепления корневой системы, этой закалки, которую получают эти самые пшеничные ростки там, и ржаные ростки, которые дают озимые культуры, они не получают. И поэтому они такого урожая дать не могут. А зимой дают гораздо больше урожая. Естественно, потому что у них время развития значительно больше. С октября по июль, а там где-нибудь с мая по август. Солдат спит, служба идет. Солдат спит, служба идет. То есть производство идет. Вот это надо запомнить. Производство идет, а труд не идет. Но труд запустил этот процесс, посадили. Потом, когда они созреют, появятся, а в это время сейчас, а вот чем занимается, так сказать, вот общество опосредствует этот процесс и посредством нее, да?
Производство – это процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством него. Сейчас заключаются договора на поставку горюче-смазочных материалов. Так, на то, чтобы правительство угрожает, чтобы не повышали в это время цены этим самым производителям этой горючего и так далее. То есть заключаются договора на уборку. Вы должны знать, кто будет вычищать. Когда собираетесь? Тогда будете убирать, так уже все будет распределено. Сейчас вот надо решать, кто будет убирать ваши озимые, сколько нужно комбайнов, сколько нужно автомобилей, куда их потом вы повезете, или в гурты будете вот так вот ссыпать в бурты, и после этого они будут гнить, как вот такое было, да? То есть надо же отвезти в колосники так, чтобы там все это перемешивалось, и чтобы там хватило, значит, должно быть достаточно емкости для этого зерна, иначе вы от того, что будет больше урожая, не будет больше предметов потребления. И так далее. Поэтому видите, насколько вопрос о производстве богаче, полнее, чем понятие труда. Потому что если речь идет о труде, то вот высадился какой-то человек на необитаемом острове, да? Робинзон Крузо с пятницей. И вот, пожалуйста, копайте, хоть палкой, хоть там, что хотите, чем хотите, руками копайте. Это труд? Труд. А производство там где? А там нет никакой общественной формы. Нет там производства, а труд есть. То есть труд – это такая большая очень абстракция от всех видов общественных, да, не принимайте сегодня общественные отношения. А если вы берете производство, то так никак вы не абстрагируетесь, потому что производств их очень немного. Как раньше, вот, когда не было столько машин, и они не ездили постоянно по дворам, то там девочки скакали, так сказать, играли в мячик, говорили, я знаю 5 мальчиков, Петя раз, Вова 2, Сережа 3, Женя 4, Боря 5. Я знаю 5 способов производства. Первобытный общинный коммунизм – раз. Рабовладельческий строй – 2. Феодальный – 3. Капиталистический – 4. И коммунизм, который вышел из капитализма – 5. Мы его видели только на низшей фазе. А в высшей фазе еще нигде его не было, ни в одной стране. Вот и все. Этим исчерпывается. Таких всего 5. И всякий переход от одного способа производства к другому совершается путем социальной революции. Как совершается, другой вопрос. Потому что социальная революция охватывает вот весь этот процесс перехода от одних производственных отношений к другим. И это по-разному бывает. Например, в случае вырастания капитализма, он прямо вырастает из феодализма непосредственно. Вот в деревне начинает развиваться капитализм. Появляются крепкие хозяева, которые нанимают дополнительных работников, и появляется сельскохозяйственный буржуа. Как называется сельскохозяйственный буржуа? Фермер. Нет, Москва, другое. Другое. А что? То есть вы согласны, что нам навести тут порядок такой? Кулаки. Кулаки. Сельский буржуа, точное понятие кулака – это сельский буржуа. А если у вас 3 коровы, и у вас мельница, вы кулак или нет? Что, ну какой тут ответ может быть? Не знаю, потому что это зависит от того, если, скажем, у вас там 8 детей, а вы еще 3 работников наняли, и эти все мы, ребята эти 8 здоровые мужики, так сказать, и работают все, и хозяин работает, и жена работает, то вот эти там 3 работника, они подсобную роль выполняют. А вот если вы главным образом живете за счет чужого труда, тогда уже ваше определение будет сельский буржуа, кулак. И это превращение обычного крестьянина, там, среднего, зажиточного в кулака, оно происходит незаметно, потому что таких кулаков, которые не трудятся, не бывает. Они точно трудящиеся. Но это такие трудящиеся, которые живут прежде всего чужим трудом. А свой труд у них теперь подсобный. Вот пока у вас, как говорится, своего труда было больше 50%, вы не кулак. А как только уже больше, чем 50%, наемного труда, а своего меньше, чем 50, значит, вы уже кулак, но сами трудитесь. И вот этот процесс, скажем, самой хорошей книгой, в которой это изложено, как в России развивался капитализм, и вот мне кажется, что, видимо, досуг большой был у Владимира Ильича Ленина, когда его в ссылку отправили, он в тюрьме тут посидел год в Петрограде, а потом его отправили в ссылку в Шушенской, и вот там за 3 года написал книгу В. Ильин
«Развитие капитализма в России». Вот она сейчас содержится в третьем томе «Полное собрание сочинений». Там по данным земских переписей, они блестящие, там статистические данные прекрасные, показано, как вот в России постепенно крестьяне зажиточные превращались в буржуа. И на одном полюсе, а на другом полюсе другие крестьяне лишались все больше и больше земли, беднели. И частично сначала отдавали свой труд, нанимались на работу, а постепенно, систематически, как называются эти люди, которые в деревне нанимаются на работу к сельским буржуа, к кулакам? Я уже скоро буду спрашивать вам, что сказали, не выдавать? Вы партизан? Как называется? Это все вы знаете. Я просто хочу вам привести пример того, что все это вам известно. Известное, вот Гегель говорил, известно еще не есть от того поздно. То есть самые распространенные понятия, они настолько, так сказать, вот часто ходят и все время в ходу, что ну кто будет задумываться над тем, что и так всем известно? Крестьяне? Да все крестьяне. Крестьяне бывают бедняки, середняки и кулаки. Все они крестьяне. А строго говоря, крестьянин – это сословие. Какого общества? Феодального. А при буржуазном строе, при капитализме, есть три категории, которые надо запомнить. Это есть собственники средств производства, которые эксплуатируют наемных работников. Это буржуа. Сельские буржуа называются кулаками. Только и всего. Только вся разница только в том, что они на земле эксплуатируют. Есть люди, которые живут своим трудом, но выносят продукты своего труда на рынок. Как они называются? Они в городе. Какие же они капиталисты? Он никого не эксплуатирует. Я посадил цветы, потом вырастил красивые. Сейчас стою у метро, продаю. А вы меня, вы капиталист. Какой капиталист? Ну, бизнесмен это. Никакой я не бизнесмен. Ну, а как это? А вот так. Вот не бизнесмен я. Бизнесмен – это человек, который является капиталистом. А я не капиталист. Я своим трудом все создал. Мои цветы. Купить цветок. Какой я капиталист? Никакой я не капиталист. Человек, который... Но средства производства у меня свои. Обратите внимание. Я своими средствами производства, земля своя. И, скажем, техника у меня своя. И, следовательно, продукт мой. Я свой продукт продаю. Но цель моего труда – не удовлетворение моих потребностей. Я не для себя, чтобы я понюхал, я вам продаю, а мне пойду. Сам бы ел, да деньги надо. То есть я произвел для других. Производство на рынок, вот эта категория, это мало кто знает, называется мелкий буржуа. Не путать с понятием маленький буржуй. Маленький буржуй – это маленький мелкий капиталист, которого там два работника, три работника, то есть который мало эксплуатирует людей, но живет чужим трудом, а мелкий буржуа живет своим. Даже если он нанимает кого-то, и если это не составляет главного источника его дохода, чужой труд, то он мелкий буржуа, не капиталист. Поэтому мелкий буржуа – это трудящийся. Его и капиталисты берут за своего. Он же частный собственник, да? Ну а капиталист частного собственника воспринимает за своего. Он и для рабочего класса свой, потому что он трудящийся же. Он же сам же трудится, он всех трудящихся хорошо понимает. И к нему должны все хорошо трудящиеся относиться. Если вы мелкий буржуа, как я вам должен? Только хорошо. Или вы ко мне должны. Если я мелкий буржуа, вы узнали, что я мелкий буржуа, вы не должны на меня нападать. Значит, кто бы вы ни были. Если капиталист, то я же частный собственник. А если вы рабочий, то я же трудящийся. Видите, мы с вами. Но эти самые мелкие буржуа, они разлагаются, вымываются. Некоторые хотят из них сделать опору, есть даже такая организация мелких буржуа, опора России. Но эта опора, знаете, как вот сделали из мыла опору моста. И вода течет, и значит, это... Потому что на кого разлагается эта мелкая буржуазия? На, с одной стороны, работников, разоряющихся переходит в категорию наемных работников, а в сельском хозяйстве в категорию батраков. Батрак – это наемный работник в сельском хозяйстве. Батраки. Ну и уже, скажем, между батраком и сельским капиталистом, кулаком, конечно, идет уже, так сказать, борьба как представителей противоположных по своим интересам классов. А мелкий буржуа, он из-за этих
и за этих, и против этих, и против этих. Вот скажите, пожалуйста, состав Красной Армии, вот из кого в основном состояла Красная Армия? Из рабочих, буржуа или мелких буржуа? Да ладно. Красная Армия из рабочих? Да ладно. Да рабочих-то мало было. Здесь мелких буржуа в основном. Крестьян же. Крестьянская армия, это солдат, помните, в шинелях. От земли ушел от сахи. Ну, а белые? И белые тоже. И белая армия в основном. Там же были белогвардейцы, то есть там образованные люди, представители, так сказать, бывшего феодального класса. Так? То есть сознательные, добровольно, так сказать, пошедшие на гражданскую войну за ту собственность, которую у них отняли. Но основную массу это белые армии кто составлял? Тоже крестьяне. Причем как? Началось-то все дело с того, что большевики, под честное слово, отпустили Краснова, что он не будет воевать против советской власти. И все, временное правительство, всех же выпустили. И кое-кто верой и правдой служил большевикам, членов временного правительства. А что касается Краснова, он начал организовывать, поехал на Дон и стал организовывать добровольческую белую армию. И началась гражданская война. Сначала были добровольцы с одной стороны, добровольцы красногвардейцы и добровольцы белогвардейцы. А потом выяснилось, что всякая гражданская война, всякая война, не может вестись только на добровольной основе. И началась мобилизация. Пришли красные в село, так, мы вас мобилизуем. А если раньше пришли белые, то белые вас мобилизовали. И что получилось потом? А потом два соседних села, вот, а люди оттуда воюют, и они уже повязаны потом тем, что одни к другому стреляют, и начинается это антагонизм. Хотя и там переходы из одной армии в другую были. Возьмите вы Тихий Дон. Григорий Мелехов где закончил? В какой армии? В белой или в красной? Войну гражданскую. Не помните? Белый. А вот очень интересный есть Анатолия Иванова, фильм есть одноименный, роман «Вечный зов», где, так сказать, вот бывший красноармеец такой, ну так, волей судеб показался он в Красной Армии, Федор, потом пошел служить немцам в Великую Отечественную войну. Федор, а красноармеец, а тот, кто служил в белогвардейской армии, наоборот, относился положительно к советской власти. То есть жизнь-то очень запутанная, и политическая жизнь тоже. Поэтому так вот определить, какой кто человек, какая у человека позиция, нельзя, спросив, какое у него экономическое положение. То есть, вот буквально, вот если речь идет о больших группах людей, о социальных группах, тогда можно. А если речь идет об отдельных лицах, ну, например, скажите, пожалуйста, идеологи рабочего класса, какое имели положение? Начинаем разбирать. Карл Маркс, какое у него социальное положение? Назовите, пожалуйста, социальное положение. Вы сейчас бы за Карла Маркса писали анкету. Социальное положение, пишите, вписывайте. Что вы вписали? Он, получается, мелкий буржуа. Нет, какой мелкий буржуа? Он буржуазный интеллигент. Чего он продавал, покупал? Да он писал книгу и все. Буржуазный интеллигент. Но он же и не наемный работник. Он не наемный работник, но он и не крестьянин, и не мелкий буржуа. Он интеллигент, это слой. Он к классу ни одному не прилежал, он слой. Вы меня к какому классу отнесли? Ни к какому, потому что я представитель интеллигенции. Дальше. Берем Энгельса. А Энгельс, пока папаша был жив, ну он был тоже буржуазный интеллигент. Как только папаша умер, он стал собственником фабрики. И кто он стал? Капиталист, буржуа, идеолог пролетариата. Или не идеолог пролетариата Энгельс? Идеолог. Так, Ленин дворянином был? Не знаете? 16 лет папаша получил дворянство, и оно распространялось на детей. Поэтому в ссылке у него были дополнительная кормежка, особые условия, которых не было у других ссыльных. И он, вот ему поэтому лучше было писать книгу. А другим было сложнее это сделать. Но это, конечно, книгу все равно человек как ни накорми, он книгу не напишет, если способности нет. Но этот фактор немаловажный, тем не менее. Ну, дворянин Ленин. А Дзержинский – дворянин. А Калантай, которая была у нас известный деятель, а потом была послом. Горянка. Так что, а вот если возьмете Свердлова, то папаша его, то точно был мелкий буржуа. И так далее, и так далее. То есть выводить
позицию политическую из его экономической позиции напрямую недопустимо. История этому противоречит полностью. То есть можно этого ожидать, можно этого. То есть какая у вас позиция, это чем определяется? Вот есть тезисы Маркса о Фейербахе, и там есть такой замечательный тезис. Человек есть продукт обстоятельств и воспитания. Вот какой вы человек, это определяется. В какой-то мере зависит, конечно, от вашего положения экономического, но определяется. Кто вас воспитывал, какая семья, какие родители, кого вы встретили в жизни, кто на вас повлиял больше всего, какие книжки вы прочитали и так далее. То есть это же человек. То есть для формирования личности, скажем, духовная сфера может для отдельного человека играть большую роль, чем материальная. Говорит, вот мы сейчас вас будем больше платить, вам будем за статьи, и вы больше напишите умных статей. Не факт. Как человека не корми, вот поэтов, если художников сильно хорошо кормить, то не факт, что они будут хорошо писать. Потому что, например, художники, например, передвижники, они такой взлет художественного творчества не тогда был, когда им стали много и хорошо платить. А поэты, они страдали вместе с народом. А если они не страдают вместе с народом, у них, так сказать, нету такого настроения. А нет настроения, они будут сытые стихи писать. И так далее. То есть это вот такая сфера непростая. И поэтому, если вы возьмете политических деятелей, возьмете историю там, политических течений, движений, вы увидите, что во главе различных политических партий стоят какие-то интеллигенты. Разные. Одни интеллигенты одним служат классом, другие интеллигенты другим служат классом. И такой вот зависимости, что все зависит от вашего происхождения, нету. Нету. Вот это надо вот принять. Иначе получается такое вульгарное выведение политических. Вот это вам очень важно для вашей работы. То есть нельзя прямо из экономики, из положения человека в экономике вывести его политическую позицию. А повлиять, конечно, она на него может, безусловно. Но позицию невозможно вывести. Ну, скажем, вот, скажите, пожалуйста, кто пришел? Да. Кто выиграл, так сказать, вот в гражданской войне? Ну, конечно, в Красной армии большинство было мелких буржуа. Конечно. И вот эти мелкие буржуа в союзе, которые были в Красной армии, в союзе с рабочими и с военспецами. А скажите просто, а военспецы уже есть по этому поводу статистика. Самые крупные военспецы были у большевиков. А более мелкие, менее важные, менее способные военспецы были у белых. Ну, белые, они сами важные, что им военспецы? Мы сами умеем управлять. А большевики отказались от принципов Парижской коммуны платить на уровне среднего рабочего в отношении военспецов. Им платили очень много. И военспецы вместе с комиссарами красными, вместе с мелкими буржуа и рабочими разгромили белую армию. А белая армия – это была сильная армия. Ей помогали, ей давали, так сказать, все страны Антанты давали необходимое вооружение. И что получилось? Получилось разгромить. А почему? А потому что, и вот Ленин об этом пишет, когда было наступление Деникина, Деникин пошел почти до Москвы. Но поскольку армия это была очень связана с экономикой, что делали белогвардейцы? Они приходили, а первым делом отбирали землю у крестьян, которые те уже освоили. Большевики им землю дали. Большевики ведь выполнили наказ крестьян, а не свою программу. У них своя программа была. Коллективизацию надо делать, так, коллективное хозяйство и отрезки ликвидировать, которые отрезали у крестьян. А они взяли эсеровскую программу, и эсеры обижались, что, говорит, вы нас забрали. Так вы не хотите это делать, а мы это сделали. Вот раз крестьяне требуют, мы сделали. Мы говорим, что это все равно приведет к, в дальнейшем к борьбе еще вот в деревне. И она и была, эта борьба уже в конце 20-х, в начале 30-х годов. Но крестьяне землю получили из рук большевиков, приходят эти деникинцы, забирают землю и вешают крестьян. И крестьянская армия шла, дошли почти до Москвы, повернула в сторону большевиков и погнала Деникина назад. И выбросила его в море, и уехали они в Европу, и на этом все закончилось. То есть, ну тут, конечно, экономический фактор очень сильную роль сыграл, то, что это были крестьяне. Ну, конечно, если сказать, что вот они
идеологию восприняли большевиков, эти крестьяне, но это совершенно неверно. Никакой не делали. Они говорили так, мы не любим этих большевиков. О них развертка была, вот нам они не нравятся. Но эти белогвардейцы нам особенно не нравятся, потому что они нас вешают и отнимают землю. Поэтому они развернули свои винтовки против белогвардейцев. И Белая гвардия проиграла. А кто пришел к нам во Вторую мировую войну сюда? Ну кто? Что, на танках ездили производители, хозяева этих самых капиталистов, хозяева танковых заводов? Ну кто сидел в танке? Социальное положение какое? Обычные солдаты. Ну какие солдаты? Рабочие вы, рабочие. Обычные военнослужащие. В обычные военнослужащие это в мирное время. А когда начинается мобилизация, тогда не военнослужащие, а начинают забирать, так сказать, широким веером. И тогда идут миллионные, многомиллионные армии, там уже не, они не военнослужащие. Они вот сейчас те же рабочие, одеты. Абсолютно большинство же рабочих. Да, абсолютно большинство. Значит, сюда пришли рабочие. Ну и против кого они? Они сражались с рабочим государством, да? Да, факт жизни. Поэтому выводить из того, что он рабочий, что он... А вот он рабочий, он хорошо сражался, этот немец, немецкий солдат. Ну и он сколько он поджигал и поубивал тут людей. Хотя, в то же время, например, если Оренбург писал «убей немца», ну, скажем, руководство, и Сталин никогда так вопрос не ставил. «Убей фашиста, но не немца». Ну, если человек не фашист, зачем его убивать? Потому что пришли фашисты, так сказать, ну вот заражены этой самой идеологией. Вот у нас из политехнического университета товарищ был сейчас в Новороссии и рассказывает, говорит, просто смотрите на то, что там происходит, страшно, потому что женщин, которые укрывали ополченцев, привязывали к танкам за ноги и таскали по площади, танки заводили. То есть это страшные сцены делают. То есть как затмение. Поэтому, если мы хотим разобраться вот в этих самых моментах, все равно мы не можем выводить вот политические действия прямо вот из экономического положения. Он 100 раз может быть рабочий, а занимать фашистскую позицию. Может быть? Может быть. И может быть наоборот, вот как Энгельс, представителем буржуазного класса, ну, деньгами помогал Марксу дописать «Капитал». Только и всего. Вот так обстоит дело. Так, я так чувствую, что время наше подходит к концу. Сколько у нас? Окончание во сколько? По идее, 8-10. А сейчас уже 8:20. Так это научное воровство, это я вас время украл. Так, ну вот мы с вами рассмотрели вопрос о понятии производства, зафиксировали, и, так сказать, зафиксировали, что не следует, так сказать, не прямо напрямую выводить из экономического положения идеологию и политическую позицию человека. Это очень важно. Но учитывать надо ее, конечно, обязательно. Так, спасибо за внимание. До следующего раза. У нас будет в следующий раз «Интересы классов». Вот по вопросу об интересах литературы хорошей нету, поэтому или мало. Поэтому это вот у нас отдельный большой вопрос. Понятие интересов экономических, можете на эту тему подумать, почитать, но нам придется в этом разбираться. Спасибо за внимание.